Симба встал. Симба. Симба среагировал на детей. Вот это вот, что значит хищник. Да тут все родители. Кошки добрые. А? Да. Он не кусачий кот. Все кошки. Где вот эта обезьяна большой? Большая, которая орангутан? Да. Рыжая. Рыжая? Да, да. Вот смотрите, вам надо сейчас выйти на центральную аллею, широкую. И, получается, налево идти. Пройдете вход в детский зоопарк. И прям за ним потом будет вольер большой. Это ее вот там, вольер. Да. Это ее вольер. Да, не за что. Симба. Я говорю, что значит хищник? Вот девочка лежала, он встал на нее. Девочка ушла, все, он опять лежит. Ну, мы не девочки, конечно, вот эти. Ты подберешься к себе, Симба. Ты так, тут, ну, вот это в вот. Укрытии. Угу. Симба, а я инвалид, лапка болит. Смотри, на меня тоже можно поохотиться. Но он видел меня не один раз. Думает, это все равно не сожрешь. Симба. Что на нее тратить свои эти? А смотри, осада, мне кажется, крадется к Шерхану. Осадушка. Ушки поджала. А вот, смотри, вот тут. Сейчас я ее хочу поближе. Вот тут ее можно поймать. Вот она лежит. Не, вот сюда, наверное. Вот она, видишь? Ой. Ася. Как-то, подожди, что-то у нас она нюхает. Какой-то сбился. Сейчас мы плавненько. Да, верни. Призуем. А ну-ка, вот, как там попробуем. Картиночка? Вот так получше, да? Да. По-моему, да. Или мне кажется. Она на Шерханчика пасет. Вот он же прямо напротив нее. Вот прямо она на него смотрит. Вот он тут Шерханчик. Вот он, да. Пятно Шерханчика. А это. Она прямо такая, что-то на подкрадухах такая. То ли играть хочет, то ли не хочет. Ася. Скажи, хотела внезапно у него забрать конфету. Внезапно не получилось. И теперь она что-то взгрустнула, такая легла. Ой, прям напомнила мне мою Любавушку. Ага. У меня у Любавушки, когда ей что-то запретить, ага, или там не поиграть с ней, ага, она к тебе мячик принесет и такая, давай поиграем. А ты, Любава, нету времени. Не мешай, да? Да, и она пойдет на диван, сядет такая. Она ж большая, ага, и получается, она сидит попой на диване, а голова у нее выше спинки. Знаешь, и она такая отвернется, голову положит на эту грядушку, и такая с таким грустным, прям вселенская печаль такая, да. И поиграли с девочкой. Ага. Пока Елисей не прибежит и не начнет ей уши грызть. И ты, Ася, тоже, скажи. И Ася прям вот грустнулась. Вот тоже голову так отвернула, такая, знаешь, Лена. Мне кажется, она не проснулась просто еще так. Разленилась, да, Ася? Не хочется ничего. Спала. Слушай, себе там спала. Кошка что, голубя, что ли, поймала? А ну, смотри. Кошка. Эй, хищница. Что она поймала? Котенок у нее. Котенок у тебя. Ну что, может, это? Корм есть. Сейчас. Корма? Да. Он живой еще? Да, все хорошо, но его, наверное, куда-то переносила. Куда ты его переносишь? Иду я корма возьму. Неси корм. Ой, ты, ты господи. Его куда тащила? А, мамка? Я, правда, пока сейчас дойду. Куда она тебя тащила? Ну, где ваш поделать? Домик? Сейчас Настя корма тебе принесет. Корма поешь и будешь малыша своего кормить. Да, Кисюнька? Смотрите, какой малыш. Здоровский такой. Сейчас, зайчик. Глазки открыты уже. Ой, кисюнька. Вот, мамочка какая. Кисюнька. Вот она, давай, корми малыша. Куда ты его тащила? Вон она ложится. Давай, я найду. Ой, товарищи, я вам хочу сказать, конечно, что. Топает у тебя, да? Быть поломанной. Это ужасно. Смотрите, какой хороший. Какой хороший малышок. Да? Сейчас Настюша корм принесет. Пока дойдешь куда-то. Ай, ты зайка. Сейчас. Куда он там у тебя бегает? Слово. Да? Ходулька это. Беглец. Сейчас, Кисюня, сейчас. Ты его откуда вообще притащила? М? Откуда притащила его?
Сейчас мамка придет к тебе. Обслюнила ему всю шею. Да, такой кнопочный. Ой, Таня, смотри. Прям крупным планом. Смотри, смотри. А он сейчас. Один у нее? Ну, вроде один. Откуда а то я ж слепондра. Один. Такой. Ой, такой хороший. Ой, такой хороший персик такой. Такой персиковый. Да, такой персик. Мамка, сейчас. Стой, мамка стой. Мамка урчит. Надо было тебя тут оставить, я бы сходила. Так, все уже. Так, а где у нас тут корм? Вот. В пакете. Я нашла. Сейчас, мамка. Я нашла. Такой милый. Так, сейчас. Мать, на. Сейчас. Закулька. О, как не такой. Сто лет уже таких котят не видела. Кушай. Да, маленький. Кушай. Хватит тебе, наверное. Даже хватит. Страшно тебя в руки брать. Что ты кушай, не хочешь, кушай. Мамка? А у нас нет ничего больше. Жует. Мамка, что ты, любви и ласки хочешь, да? Ой. Любви и ласки. Вот она. Кушай. Вон малявочка, дайте мне подойти к крохотному этому. Ты его несла куда-то, куда ты его да? тащила? Где ваше тихонько, убежище? Ты куда пошел? Вот мать твоя. К ней подложи, может вот. Поесть. Давай. О, вот это дело. Вот это дело. Сейчас. Нашел? Что ты там? Помочь тебе? Вон же. Ты нашел? Да? Ну да. Надо нашел, присасывать. Нашел? Да. Вот. Так, куда ты пошел? Не ну, туда. Было не трогать его. В смысле, он нашел. А, ну и там он присасывается, все. И там. Все, давай. Вот, все, присосался. Все, ой, скажи. Жмякает, смотри, как он ее жмякает. И она лапками. Ой, мама, да. Мама хорошая, такая хорошая мама. Да, куда девочка. Ты его тащила, вот интересно. Обслюнила ему всю шею, ну, прятала да, куда-то, наверное. Шея слюненная. Ой, встану. Стой, лежи, вот куда ты? Куда ты? Чего пошла? Ну, давай тогда к корму тогда, вот так. О, всё. Да, все, отлично. Вот так, вот. Ты лежишь, давайте. Ешь, и ты лежишь, ешь. Все. Все, давайте, друзьяшки. Все, нашел. Давай. Присосался. Давай, кушай. Все. Давай. Все. Вот, давай. Все тебе. Все тебе кушать, да. Все твое, смотри, лапой накрыла такая. Отлично. Семейство. Вдвоем едят. Так, прекрасно. Пошли к львятам заглянем, что ну, там. Ну иди, посмотри, что они там еще делают. А я тут потусю. Потусите, следи. Так, что тут наши львята? Симба спит. Симба, ну для приличия мог бы и угоститься. Асенька, кушай. Ты сюда пришла посмотреть, что мы там делаем. Котят смотрим. Ася, привет. Асенька, ты тут смотришь, наблюдаешь? В уголочек пришла, смотрите. Чтоб ей было хоть чуть-чуть видно, потому что вон мы где. Вон там. Да, ты наблюдаешь, зайка. Асенька. Аюшки. Ой, какой зайка. Пришла посмотреть. Пойдем туда к твоим друзьям. Друзьяшки, где они? Шерханчик тут. А кто ворчит? Кто там ворчит? Ой. Это, наверное, там тигры ворчат. Это бурчит, да? А тут никто не ворчит. Тут все едят дружненько. Дружненько все. Молодцы. Красавчики. Вот он. Миранда жует. И компания. Пойдемте посмотрим, кто там еще спать остался. Кто не пришел. Так, а ну-ка. Где тут логово? Как раз таки где-то здесь.
Вон, посмотрите, вот они. Сейчас постараюсь залезть сюда под деревья. Один и второй. Вот один львенок, а вон второй спит, смотрите. Вот кто еще не пришел. Ася с Шерхан, ой, Ася и Симба. И эта парочка тут сонное царство устроили. Ну ладно. Всех проверили. Ой, она его вылизывает. Ну тогда уж. Ишь, спокойной ночи, как говорится. Все вылизывает. Перешла в тенечек. Такая. Да? Хорошая кисюня. Только следит, смотри, пасет. А то уже почти засыпала. Я а же вижу, котеночек такая... уже глазки открылись. Да? Да. И не это. Такие уже. Но он еще такой малюсенький. Тыцкается носом, знаешь, вот это. Через вот. Две недели глазки открываются, а не через сколько? Ну не, ему явно не две недели. Да? Мне кажется, ему неделя. Ну, они же маленькие такие. Она его вылизывала, подмывала. Он сейчас, ну то подмывала, ну, а заботливая. Сейчас умывает. Да, да, заботливая. О, смотри, какая. Дай поесть ему. Может, его стимулирует. Ну да. Надо, чтобы в туалет сходил. Угу. Все, мать, расслабься. Он типа такой пупсик. Рыжий. Расслабься, расслабься. Все свои, да. Все свои. Пироженка такое кремовое, маленькое такое. Замечательное. Пончик. Сейчас Татьяне надо позвонить. Пусть возьмет тебя на контроль. Мать, ну ты-то умыться еще успеешь. Не, дай надо. Поесть ребенку нормально. Ребенок настойчивый, молодец. Он там прям ее так, знаешь, это, лапками такой жмякает. Угу. Маленькие львы.